После каждого ливня у Шокана Байназара завелась традиция прокапывать лопатой небольшой канал, чтобы вода стекала под забор. Иначе выйти на улицу невозможно. Приходится перескакивать через огромные лужи. Больше 15 лет, говорит мужчина, улицы в микрорайоне Алты-Алаш Наурызбайского района не асфальтировались. У меня это уже в привычку вошло. Как только дождь пойдет, сразу готовлю себя морально браться за лопату. Нам провели все коммуникации, газ, канализацию, воду. Спасибо за это городскому акимату. Но было бы замечательно, если еще дороги сделали бы. Дожди доставляют неудобства и жителям микрорайона Ахбулах Алатауского района. По весне и осени дороги здесь превращаются в грязевое месиво. Особенно тяжело приходится пожилым людям и школьникам. Старожилы рассказывают, что больше 20 лет не видели здесь асфальта. Весной и осенью наши дети берут с собой в школу две пары пакетов, чтобы до автобуса дойти по грязи и на обратную дорогу. Я переехал сюда с семьей больше 10 лет назад, и за все это время ни разу не прогладывали здесь асфальт. Но уже скоро всем этим людям можно будет забыть о разбитых дорогах, как о страшном сне. В микрорайоне Ахбулах рабочие уже прокапывают каналы для арыков. На очереди прокладка асфальта. Всего же в 4 микрорайонах Алатауского и Наурызбайского районов построят дороги. Уже в этом году местные жители избавятся от дорожных проблем. Будет построен 21 новых дорог в микрорайоне Алабас и Ахбулах Алатауского района с протяженностью 11 километров. И микрорайон Калтаман и Алтын-Алаш Наурызбайского района 31 новых улиц. Протяжен 16 километров на 2,4 миллиарда тенге. Кроме того, в Алатауском районе будет начато строительство магистральной улицы районного значения номер 1 протяженностью 2 километра со стоимостью 500 миллионов тенге. Это в этом году начнется. Выделить дополнительные финансы на строительство дорог стало возможно благодаря экономии и перевыполнению городского плана по налогам. Вдобавок к основным работам в городе отремонтируют еще 95 километров полотна и закупят 300 новых автобусов. На улучшение транспортной инфраструктуры направят еще 13,5 миллиардов тенге. Ардах Сейтказин, Рамина Макаримова, Нуржан Оразбеков, телеканал «Алматы».